один из важнейших показателей, и на это неоднократно акцентировал свое внимание всех президент Российской Федерации, это участие самих горожан. И там очень серьезный показатель, вот, он зашит в том числе не только в национальном проекте, но это напрямую было указано в указе президента номер 204, это участие граждан. И к 2024 году, вот, когда мы будем создавать такие общественные места, в голосовании должно принимать участие 30% жителей муниципального образования старше 14 лет. Поэтому вот тут еще предстоит такая серьезная организационная работа. Это как раз и сделано для того, чтобы вот такие места выбирались людьми, которые живут на территории. Как было сказано, не чиновниками, а людьми, которые проживают на этой территории. Это как раз вот такое общественное согласие, когда мы изменяем наши территории, собирая мнение большинства людей. Вот это, наверное, самое главное и основное в этом проекте. Потому что здесь объединяются бюджеты всех уровней, здесь объединяются предприниматели, здесь объединяются простые граждане. Вот. Студенты, например, рисовали эскизы, да, для этого проекта. Это же тоже хорошо. Да, это может быть не конкретные деньги, но это все-таки усилия и желание молодых ребят преобразовать свой город. Вот про эти эффекты мы тоже с вами не должны забывать. Не все измеряется деньгами. И мне кажется, что проект, как раз связанный с изменением нашей городской среды, еще и объединяет наших людей и носит такой серьезный еще и патриотический заряд.